привет! С вами я, Ирина Коваль, вы на моем канале. И сегодня у нас с вами первый влог в новом году с очень долгожданной фотосессии с очень крутым фотографом в Москве. Не переключайтесь, все покажу. Динарой Снежной мы познакомились пару лет назад. И сразу же, конечно, возникла такая мысль, как бы нам поработать вместе, потому что Динаре очень понравились мои платья, мои работы. А мне очень понравились ее фотографии. Безумно красивые модели. Конечно, это моя публика. Я как раз наряжаю таких красивых девчонок всегда. И в этом году, на январских каникулах, я прилетела в Москву вместе со своими платьями. И сегодня мы осуществляем нашу мечту. Работаем. Сегодня на фотосессии у нас не одна коллекция. И я обязательно обо всем расскажу. Первая модель у нас. Скомбинировали костюм Пьеро из винтажного карнавала с золотыми и черными аксессуарами. И получилась барокко. От фона я вообще в восторге. Сегодня мы работаем на двух разных фонах. С нами работает декоратор. И это совершенно две разные по характеру композиции. А также у нас у каждой модели два разных образа. Вот такая задача. Подмигни мне. В студии с нами сегодня работает стилист, готовит девчонкам красивые прически, а также макияж. Мне всегда было интересно посмотреть, как работают очень известные фотографы, как работают профессиональные модели. Улыбайся. Смотри на пирожные. Какое выбираешь? Какое выбираешь? Пальцем прям покажи. Вот это!
правильно. Фотосессия сегодня у нас очень объемная. У нас сегодня несколько моделей, причем разного возраста. И от меня на этой фотосессии работают две коллекции. Конечно же, это винтажный карнавал, самая новая коллекция, которую я сделала в ноябре-декабре 2021 года. В то же самое время родилась одновременно, совершенно спонтанно, коллекция барокко, которая состоит из очень зрелищных золотых деталей одежды, а также аксессуаров. Буквально перед самой нашей фотосессией я еще доделала необходимые аксессуары, и скоро вы их увидите на фото. Вот эти два нежных платья я специально привезла для этих двух близняшек-моделей. Очарование, просто очарование. Конечно, эти платья совершенно не входят ни в ту коллекцию, ни во вторую тоже, но как это красиво. На этих съемках я обратила внимание на работу фотографа именно с очень маленькими моделями. Да и, в общем-то, не только с маленькими. Насколько виртуозный был подход, здесь фотограф был и фокусником, и мастером рассказывать какие-то сказки, и показывать какие-то интересности, и отвлекать внимание, и направлять внимание туда, куда нужно. В съемках принимают участие и мама, и папа, и наш стилист, и наш декоратор, и я. Все трудились только ради отличного результата. А это было добиться очень иногда непросто. Еще моей задачей во время съемок было самостоятельное распределение образов на модели. И я интуитивно по внешности смотрела, кому что подойдет, а это нужно было делать, между прочим, очень быстро. И я вполне довольна, как все это получилось, потому что образы совпали просто идеально. Работают модели-близняшки совершенно разные и очень похожи. Но они молодцы, большие молодцы. Да, да, да. Нормально. У нас неформальные съемки. Thank you.
Съемки продолжаются. А сейчас у нас мотыльки. Мотыльки прилетели к жукам, да? Работа детского фотографа – это, конечно, нелегкая. И за такой короткий промежуток времени мы были в студии 2 часа, отсняли несколько образов на 8 моделях. И под каждую нужно было подстроиться, каждой найти подход, чтобы все были в настроении и все сделали все то, что нужно. Я хочу отметить, насколько все были молодцы, какие все были красивые. Огромное спасибо моделям, их мамам и папам, которые тоже были на съемках и которые помогали добиться нам такого роскошного результата. Фотографии просто невероятные. Наша съемка подошла к концу. Пишите ваши комментарии, ваши восторги, ваши эмоции. Я просто в нереальном каком-то настроении после всего этого. Но я знаю, что у нас все получилось. Ну а с вами была Ирина Коваль. Всем пока, до новых встреч!